Приветствую вас, друзья и коллеги. С вами Наталья Луната и моя традиционная минутка о вылоге. Вопрос был такой: как бороться со статическим электричеством, да, когда шерсть во время раскладки липнет к рукам, ее сложно разложить. Что обычно советуют в этих ситуациях? Да, одна шерсть липнет к рукам, другая не липнет. Мало того, всегда во время работы шелковые волокна, они как-то там к рукам липнут. Ну, в общем, есть масса моментов, которые усложняют раскладку. Ну, что сделать? Действительно, очень часто так бывает, что, допустим, вы по осени шерсть закупили, она пролежала у вас самый вот этот период отопления в квартире, да, когда зима, когда морозы на улице. То есть, так или иначе, надо воздух согревать. Вот эта шерсть обычно очень наэлектризована, особенно если она несколько сезонов так отлежала, то, ну, вообще бывает, что мучительно с ней начинать работать. Я обычно в таких ситуациях делаю что? Я вытаскиваю шерсть, да, вот на поверхность, она у меня в контейнерах таких, вытаскиваю, раскладываю, даже разматываю рулон, вот если это топс, я его кладу такими льдами, да, чтобы это вот был один такой вот слой, такая разложенная змея из топса. Если кардачок, значит вот кучка, и стараюсь, чтобы она была более плоской. И вот тут, если у вас есть увлажнитель воздуха, humidifier, включайте его в помещении, в вашей мастерской или где вы работаете. Нету такой штуки. Значит, есть такие для парикмахеров маленькие мелкодисперсные пульверизаторы, которые вот воздух распыляют прямо вот как пыль, мелкую-мелкую. И на высоте 1-1.5 метра над этой шерстью просто пробрызгайте воздух. Да, у вас вот эти вот микрокапельки маленькие, как туман такой, он осядет на шерсть. Но вы эту шерсть оставляете минимум на сутки. Она сверху просохнет. Но потом уже, в общем, вы можете начинать с ней работать, потому что вот эта вот небольшая влажность, она уйдет, и шерсть будет именно в той кондиции, когда с ней вот можно совершать какие-то манипуляции. Что еще помогает? Ну, можно там, кто-то припудривает руки тальком, кто-то, наоборот, смазывает их кремом. Я ни то, ни другое не люблю. Если я понимаю, что у меня какая-то шерсть или какие-то волокна, вот они меня не устраивают по степени наэлектризованности, вот брызгать их просто антистатиком в этот момент бессмысленно. Я начинаю раскладку просто в перчатках, в обычных виниловых перчатках, и все нормально. Это, ну, как бы для рук, вот тактильно, конечно, не очень приятно, но зато уже никакие волокна не цепляются, не липнут. Вот тут все гораздо проще. Это, ну, знаете, самый простой, самый надежный способ. Потом, что еще? Гораздо меньше шерсть электризуется, если вы все-таки раскладываете ее вот на этой пупырчатой воздушно-пузырьковой пленке или на киевской вот этой пупырке Ротианель. Как ни странно, армированная пленка, вот, которая сейчас стала популярна, или просто полиэтилен, они в гораздо большей степени как бы вот усиливают это статическое электричество на шерсти. Это вот я на моем опыте в этом убедилась. Можете, конечно, попробовать проверить, так оно или не так, но, в общем, у меня так. Вот, что еще можно попробовать? Можно попробовать во время работы вот рядом держать не плошку с водой, а просто чтобы рядом был какой-нибудь большой кусок ткани, тряпка какая-то смоченная водой. Потому что когда идет испарение, вот эта вот шерсть, да, она на себя какое-то количество влаги принимает. И именно из воздуха, вот знаете, как орхидеи некоторые, да, они вот из воздуха набирают влагу. Точно так же и шерсть, она будет у вас вот таким образом напитываться небольшим количеством влаги. Переизбытка тут не будет, но будет легче работать. Ну так вот, удачного вам легкого валяния, хорошего настроения, всего доброго.